Сейчас в Ивантеевке насчитывается 1242 нестационарные и незаконно размещенные металлические конструкции. Из них 465 ракушек, 766 гаражей, 7 сараев и 4 контейнера. В этом году администрация города планирует демонтировать все перечисленные объекты. На эти цели выделено более 2,5 миллионов рублей. Эта работа будет проводиться в 5 этапов. На первом этапе планируется убрать 128 металлических конструкций, на втором – 114, на третьем – 120, на четвертом – 114 и на пятом – 107. Как подчеркивают в администрации, все демонтированные металлические конструкции будут перемещаться на специализированную стоянку, где владельцы ракушек смогут забрать свое имущество. Работа в этом направлении началась в прошлом году. Были демонтированы металлические гаражи на улице Богданова, там, где планируется строительство школы.